Здравствуйте, уважаемые зрители нашего канала. Сегодня мы с вами поговорим на тему гражданства Сингапура. Рассмотрим основные требования. Легальное проживание на территории Сингапура в течение 2 лет, имея постоянный вид на жительство и отказ от своего гражданства. Рассмотрим необходимые документы. Это свидетельство о рождении, о браке, фотографии, паспорт, карта резидента, сертификат постоянного места жительства, документы о регистрации проживания в Сингапуре, документы, подтверждающие занятость, учредительные и финансовые документы сингапурской компании, справки о получении дохода в Сингапуре и об оплате налогов, мотивационное письмо и справка об отсутствии судимости. Поэтапное описание оформления гражданства в Сингапуре. Подача прошения на гражданство. Офицер иммиграции Сингапура вызовет вас на собеседование, во время которого он проверит ваши документы и, возможно, задаст несколько вопросов. После 6-9 месяцев нужно будет отказаться от своего гражданства и предоставить документальное подтверждение, и вы получите сертификат о гражданстве и паспорт Сингапура. Дети до 21 года, включенные в прошение, также получают гражданство Сингапура. Друзья, за более подробной информацией обращайтесь по указанному номеру телефона. На этом у меня все. До новых встреч!